Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. У нас сегодня с вами 28 июня 2016 года. Лето в самом разгаре, а мы с вами сидим перед экранами монитора и торгуем, как обычно, два раза в день на утреннем и дневном обзоре валютного рынка для эффективной торговли. Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, с офиса официального партнера компании «Аль-Пари». Меня зовут Тулеген Уразалиев. С 25 сентября 2015 года мы с вами работаем по стратегии «Последний поцелуй», определяем движение самых основных валютных пар – это евро-доллара, фунт-доллара и фьючерса золота. Но данная стратегия позволяет работать по всем валютным парам, по всем активам, по нефти и другим активам, лишь бы присутствовал у нас свечной график. Потому что благодаря свечному графику мы заходим на рынок и видим пробитие уровня. На линейном графике мы этого увидеть не сможем. Ну, просто сегодня у меня был вопрос, можно ли на линейном графике наблюдать. Наблюдать нужно на свечном графике, а на линейном графике можно растянуть Fibonacci, в принципе. Вот, поэтому я переключаюсь на экран, чтобы посмотреть, как вчера мы забрали с вами длиннючий тейк-профит по фунт-доллару. 200 с лишним пунктов мы забрали тейк-профит по фунт-доллару на остаточном послереферендном движении, трендовом движении. Мы его забирали вниз. Я переключаюсь на экран для того, чтобы обсудить, что сегодня нас ждет по фунт-доллару. Доброе утро всем. Я настраиваю сейчас чат. И вижу вас. У вас два дня дождик и холодно. А где это у вас? У нас тоже два дня дождик, но жарко очень сильно. Итак, давайте про евро-доллар поэтапно будем обсуждать, кто что делал вчера. То есть еще раз напомню, что после каких-то важных событий я для себя определяю, откуда началось это событие, где это событие закончилось, и определяю, что в принципе оно никуда и не ходило после этой новости. Пробитие 11.80 не было и пробитие 0.934 не было. Значит, в Перми, да? Ну, у нас тоже вот. Ну, у нас не два дня, у нас уже 8 месяцев идет дождь. Вот, но не холодно, очень жарко, очень хорошо. По-моему, климат меняется, и в Алматы пришел тропический климат вечных дождей. Вот, я думаю, что скоро здесь у нас начнут расти пальмы и по городу бегать обезьянки, собирать бананы там, и так далее, и так далее. Потому что дожди не останавливаются. Гродно тоже приветствую. В Гродно когда-то выпускали радиоэлектронную технику советскую. Помните, да? Вот. И под Новосибирском в Бердске тоже выпускали радиоэлектронику «Вега». Все эти марки нам знакомы, потому что мы любили раньше слушать музыку на кассетах. Не скачивать с интернета, а перематывать кассету карандашом и слушать любимую группу «Ласковый май», к примеру. Поехали. Итак, есть лоу, есть хай. То есть евро-доллар никуда в принципе не ходил. То есть здесь настоящих ласткисов нету пока что. Нету. Но у нас есть ласткисы вчерашнего дня, сегодняшнего дня и так далее, и так далее. Но все они в рамках чего? В рамках рейнджа. В рамках рейнджа. Поэтому не обязаны никуда ходить. Я вам сегодня пример покажу с доллар-канадцем, с австралийцем долларом, которые, в принципе, достигли вчерашних целей, которые были у них нарисованы. Итак, согласно месячного ласткиса или какого-то глобального послереферендумного ласткиса, никаких сигналов нету. Но если мы спросим у каждого дня в отдельности, то мы получим ответ. Вот, к примеру, если мы спросим у того дня у референдума, он нам скажет: слушай, если ты хочешь уйти в бай, то будешь уходить только вот так вот. Только вот так вот. А если ты хотел уходить в sell, то ты уже тейк-профит забрал и больше от нас ничего не проси. Говорит он, мы говорим: ну ладно, хорошо. Теперь у следующего дня спрашиваем. Кто самый максимальный у этого дня? Вот этот парень самый максимальный. И кто самый минимальный у этого дня? Вот этот парень. И ответ, он нарисовался на сегодня вам сам по себе. То есть вы работаете в ласткисе двухдневном. То есть вчерашнего дня и сегодняшнего дня одновременно.
Вот. Кто работает в Ласкисе сегодняшнего дня, он уже, в принципе, по-моему, забрал Take Profit. Ну, сейчас будем его рассматривать. Итак, если мы хотим уходить в sell, то мы уходим по одноцвету в sell вот таким образом. Вчера мы по нему уходили и получили стоп-лосс. Это выглядело так. Пробитие, четкое достижение 161 уровня, но не хождение на 261. То есть пипсовка была закрыта. Тютелечка в тютелечку 09702. Кто отпипсовался, тот молодец. Вот. А этот, как его, 261 мы по нему не пошли. Видите, не пошли. Но это был кто? Это был самый высокий парень вчерашнего дня. А сегодня, ну, как бы с раннего утра мы видим, что во вчерашнем дне мы участвовать не можем. То есть в Ласкисе вверх. Почему? Потому что мы находимся за стоп-лоссом. Вообще где-то непонятно. Поэтому мы можем участвовать в Ласкисе в бай, который смотрит. Самый низкий парень за вчерашний день, пробитие уровня 100, снос стоп-лосса без нас. Ночью я лично спал, этого стоп-лосса не видел и увидел очередной выход. Часом назад я зашел в сделочку 76, 261, как вчера, и набрал побольше печенек и налил очень вкусный кофе. Вот. И просто сейчас сижу, наблюдаю и говорю, слушай, вот я ухожу по Ласкису вчерашнего дня вверх, но у меня уже формируется на сегодняшний день опасность вниз. Выглядит она на сегодняшний день из одноцвета, состоит она вот так. Белая, 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 белая. И если будем уходить вниз на пробитие сотки, там как раз таки стоит мой стоп-лосс. И будет все поэтапно. То есть будет снос стоп-лосса в бай и сразу приступим к селлу. Пока что бай. Итак, резюме по евро-доллару. Единственный вариант сейчас Ласкис бай до 261, но он не настоящий бай. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, потому что все это проходит в рамках послереферендумного рейнджа. А это не есть правильно. Следующая валютная пара – фунт-доллар. Фунт-доллар делает немножко красивее, чем евро-доллар, потому что послереферендумный рейндж у фунт-доллара выглядит вот таким образом. И мы вчера забрали там с вами, вот здесь, забрали с вами take profit. Take profit. В каком коридорчике, спросит человек, который с нами вчера не был. Это единственный коридор, гэп-готовый коридор, который вчера отдал take profit очень достойно. High понедельника, low пятницы, пробитие, не касание 76 и четкая отдача 261 уровня. Но спросите, сколько пунктов мы вчера заработали. 220 пунктов у меня сработал take profit. Я думаю, что у вас то же самое. 220, не 22, а 220 пунктов. Вот такой вчера был разбег у фунтика без касания 7.6, достижение take профита тютелька в тютельку, отдача, праздник вчера был, все там пили шампанское по поводу фунта, потому что 220 пунктов за один день он просто так отдал. И глядя на график, можно сказать, что фунт вчера в принципе никуда не ходил. Никуда не ходил, но 220 пунктов отдал. Теперь у фунтика немножко по-другому. Он выходил за рамки рейнджа, вот, и сейчас находится в, ну, ниже этого рейнджа, но внизу у него уже есть ласкис вчерашнего дня. Выглядит это таким образом. Если мы у фунтика спросим, кто был самый низкий парень на деревне за вчерашний день, то он нам покажет комплект свечей. Черная и белая. Черная и белая. Вот. Хай черный, лоу белый, и мы уже находимся в сделке. Стоп-лосс 76, тейк-профит 261, пробитие 423. Почему? Потому что выход из коридора сопровождался еще и пробитием 161 уровня. Значит, 423 заберем. Рентабельность есть. Какая рентабельность, спросите? Если кто-то сейчас хочет, то до стоп-лосса здесь 90 пунктов, а до тейк-профита 250 пунктов. И фунт может сходить вверх неохотно, так, 250 пунктов. А связано это с тем, почему увеличился диапазон, потому что количество спекулянтов по этой валютной паре все равно много. Столько фунт-доллар за один день никогда в своей истории не бегал. 1700 пунктов за один день. Это просто фантастика. Это был какой-то спринтерский бег такой вниз. Но напомню, что по нашей стратегии ничего страшного не происходило. А не было касания 7.6, а было только достижение всяких разных тейк-профитов. Итак, резюме. Кто самый низкий парень на деревне? Определились. И работаю я сейчас в бае. Ой, вернее, да, в бае. Но однажды,
17 увидел этот, как его, комментарий и хотел что-то рассказать про однажды. Итак, то есть в бае стою, но одним глазом смотрю опасность. Опасность выглядит таким образом. Белая-белая и Фибоначчи растягиваю вот такие. Смотрите, точно так же, как по евро-доллару. И если вдруг фунт захочет уйти в sell, он снесет мой стоп-лосс, и я сразу уйду в sell. Потому что стоп-лосс, что здесь, обратите внимание, что здесь стоят именно там, где будет у нас разворот. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Здесь стоп-лосс стоит до сотого уровня, здесь стоп-лосс сразу после сотого уровня стоит. Нормально. То есть вот как здесь будет происходить. Смотри, сейчас мои сработают стоп-лоссы, и я сразу зайду в sell по золоту. Итак, давайте по золоту. Перейдем на золото. Почему у меня здесь стоят стоп-лоссы, многие удивятся. Но я дорабатываю гэп-готовый коридор. Смотрите, как это выглядит. То есть золото за вчерашний день никаких сигналов никуда не показало. Почему? Потому что у нас есть референдумный максимум и есть референдумный минимум. То есть тот же самый рейндж, и мы никуда ни вверх, ни вниз, никуда не пошли. То есть это докуда мы максимально дотянулись, а это докуда мы максимально закорректировались и ушли в рейндж, не касаясь ни той, ни другой стороны. Здесь лоски словить нельзя. Но если мы спросим у золота, какие были коридоры? Во-первых, у нас каждую неделю должен быть коридор, гэп-готовый коридор. Вот он. Вот. Я в этом коридорчике участвую. Это лоу понедельника, вернее, ну или что там, хай понедельника. Короче, открытие понедельника и закрытие пятницы. Выглядит мой коридорчик вот таким образом. То есть выход с проколом 423-го, тейк-профиты все стоят на 1109-м. Касания стоп-лосса не было, и вот только сейчас идет к стоп-лоссу, к 76-му. А все уже можно выключать. Выключайся. Потому что это вчерашние это стоп-лоссы, которые далеко стояли. Выключайся, стоп-лосс. Ну вот. Все, пусть выключит. И как только выключит их, то есть вы поняли, я участвовал в гэпе готовом коридоре. Сегодня утром решил поучаствовать. И вчера, ну как бы вечером, думаю, дай-ка добью его все-таки вверх. Да? Почему? Потому что никаких других ласкисов не было, в принципе. Потому что если мы спросим у вчерашнего дня, кто был самый высокий парень, он нам показывает вот это. И вот это не является ласкисом вчерашнего дня, видите? То есть оно внутри играет, хай все равно у нас выше. Да, вот, хай, его не коснулись. В уменьшенном виде сейчас покажу. Поэтому лоски со вчерашнего дня в sell не было. Если мы спросим у вчерашнего дня, кто был самый низкий парень, то он нам покажет именно вот эту свечку. Она была самая низкая, ну, начальная свечка. И ниже нее мы не проваливались. Значит, вчера был вот такой вот рейндж, который не давал по лоскису никакого входа. Абсолютно никакого входа не дало. И вот сейчас, впервые, сегодня, будет sell со вчерашнего дня. То есть это low вчерашнего дня, касания верха нету, и мы в данный момент пробиваем низ. И там же сразу стоит мой стопик, и сразу я приступлю к sell до 12.91. До 12.91. Еврик вчера накормил стопами, Audi накормил профитом. И фунт накормил профитом. Audi тоже молодец. И канадец вчера был молодцом. Вот. По золоту, я думаю, вы разобрались. То есть золото, во-первых, смотрите, заранжевало в большом после референдумном рейнже. То есть ничего не давало. И во-вторых, золото заранжевало во вчерашнем самом высоком парне и во вчерашнем самом низком парне, не давая каких-то ласт-кисов, не перепоцеловывая никого. И вот сегодня впервые они хотят перепоцеловать, ну не перепоцеловать, а поцеловать прям очень сильно с закрытием клоза самого низкого парня. И тогда мы сразу уйдем вниз. Сразу уйдем вниз. Почему? Потому что все валютные пары наконец-таки собрались идти в коррекцию. Вот сейчас, буквально через 16 минут я зайду в sell и стопы по дороге снесу. Вот, еврик вчера до 161 хорошо ходил. Вот этот момент видели все. Участвовали в этом все. Кто вчера был самый высокий парень по евро-доллару? Три последние свечи, выход и четкое касание 161. Тютелечка в тютелечку. 09702. Здесь вот проверяем. Здесь лоу 09704. Здесь 09701. Видите? Ну, 71.
718. Ну, короче, он ходил на 161 с учетом спреда, все нормально. 161 дал, 261 не дал. Ну, а что нам приходится делать? Нам приходится отрабатывать самого низкого парня на деревне по евро-доллару за вчерашний день. Почему у меня take profit не совпадает? Почему take profit не совпадает? Что-то перескочило куда-то. Почему take profit не совпадает? Не могу понять. Пробитие сотки. Здесь же должен быть. А, я, наверное, случайно задевал, когда что-то куда-то тянул. Ну, на самом деле, сделка выглядит так. Самый низкий парень за вчерашний день, take profit 261. По фунт-доллару самый низкий парень за вчерашний день, take profit 423. Вот он, самый низкий парень, take profit 423. И по золоту буду заходить через 15 минут в sell. Они нормально двигаются. Эти пары вверх, а эта пара вниз идет. Нефть. Нефть, вот сейчас я наблюдаю за фигурой валеты, видите, я разрисовал ее, я хочу понять, кто главнее, и потом мы в журнал напишем, ну, как бы, новую такую, новое наблюдение, потому что мы каждый раз к новому семинару делаем новые наблюдения. Смотрите, кто главнее? Знаменитая фигура валет, ну, я ее валет называю, а на самом деле это дама, это шестерка пики, это восьмерка буби, без разницы. То есть, с одной стороны король нарисован, и с другой стороны король, это карта, да? То есть, с этой стороны вниз играет вот этот вот last kiss. Вот этот last kiss. А, он уже сыграл свое. Подождите, это какая? 48-25? О, сыграл. Прикол. Это что, нефтяной last kiss, он сыграл. Пробитие сотки и четкое достижение 261. Все, тогда никаких сомнений нету. Нефть buy. Нефть buy по last kiss вот таким образом. Вот таким образом. Смотрите, last kiss вниз, он отыграл, оказывается. Молодец, молодец. А я думал, что это цельное движение, а здесь, оказывается, черненькое. 48.25, open, а close 48.24. Да, это черненькое. И take по нефти, значит, был здесь. Вот таким образом. Вот таким образом. Пробитие сотки и достижение 261. А, это часовка у меня стоит. Тьфу, вот, смотрите. А, ну правильно, по часовке я и рисовал. По часовке я рисовал, так вот черненькую не заметил. Просто я увидел вот эту картину, смотрите, раз, два, три, и хочу понять, кто главнее, трендовый, но трендовый уже отдал, здесь уже спорить не о чем. Или last kiss настоящий. Это last kiss настоящий. Почему он настоящий? Потому что он самый низкий за последнее вот это движение, смотрите, он вот эту вот штуку перепоцеловал и вернулся. Вот, это вот, вот этот лоу он перепоцеловал. Значит, он настоящий last kiss. Ну и все, резюме по нефти, значит, buy. Sell уже отработал. Sell уже отработал. Трендовый sell был беленький, черненькое пробитие, он уже. Теперь buy. Вот. А почему я по четырехчасовке не смотрю? Потому что по четырехчасовке buy немножко дальше еще. Ну, нужно еще потерпеть. Вот так вот будет buy. Потому что он тоже перепоцеловал вчера вот этот лоу. То есть все подряд перепоцеловал и ушел глубже. Теперь он является настоящим last kiss'ом. Но начинается все с часовки. Начинается все с часовки. А потом по четырехчасовке удлиняется take profit. Окей. Российский рубль в нормальном привычном диапазоне, который мы с апреля нарисовали от фиолетовой до фиолетовой, никто его никуда не шугает и не гоняет. Итак, евро-доллар по четырехчасовке собрался впервые корректироваться за эту неделю по последнему самому низкому парню этой недели. То есть, если мы у евро-доллара по четырехчасовке спросим, кто был самый низкий парень на этой неделе, он покажет комплект свечей, черную-белую. И в данный момент идет пробитие хая для того, чтобы уйти в бай. Как раз у нас бай стоит с четырехчасовкой, у нас мнения совпадают, значит. Фунт-доллар. Чтобы пойти в бай, нужно еще немножко пройтись. Потому что на этой неделе самый низкий парень по четырехчасовке выглядит вот таким образом. И золото на этой неделе самый высокий парень выглядит таким образом. И он уже тоже готовится к селлу. Потому что в данный момент четырехчасовка пробивает сотый уровень для того, чтобы сходить на 12.94 по четырехчасовому графику. Вот. Ну, на дневку я уже не буду заглядывать. Дневка стремится дойти до тела черной. То есть по классике, когда вот люди говорят, идет на закрытие гэпа, да, не пошел, не начал убегать, а идет на закрытие гэпа. Почему гэп? Потому что это на самом деле клоз же был, а open был здесь. И дневка идет на уровень клоза пятницы. Фунт-доллар делает то же самое, стремится к клозу пятницы. И золото, что оно делает? Ну, оно тоже уже почти дошло до клоза пятницы.
Мы увидим там свои тейк-профиты или там стоп-лоссы. Ну, подневки пока что так. Итак, самое главное то, что четырехчасовка по евро уже приготовилась, четырехчасовка по фунту уже почти приготовилась, и четырехчасовка по золоту уже сказала: все, ребята, я уже разворачиваюсь. Держите карман шире. Что у нас там? Подскажите, Евробритания с часовой. Сейчас подскажу. Смотрите, вчерашняя сделочка доллар-канада, я ничего не трогал. Это вчерашний наш рисунок. Касание тейк-профита тютелька в тютельку. Настоящий ласт-кис, перепоцелованный, выпоцелованный. Самый высокий парень по канадцу достигает своего 261-го тютелечка в тютелечку. Я поздравляю всех лунатиков, которые торгуют по данной валютной паре. А это не лунатики? Или лунатики? А, лунатики это. Или не лунатики? Забыл уже совсем. Галстук сильно затянут, надо расслабить. Вот. И австралиец-канадец тоже достигает своего тейк-профита по тому самому последнему поцелую, который перепоцеловал, в итоге перепоцеловал всех, выпрыгнул, пробитие сотки, не касание 7.6, четкое касание 261 и откат. По канадцу, кстати, тоже, смотрите, касание 7.6 не было, четкое достижение 261 и откат. Это говорит о том, что на 261 стоят... Да, лунтики. А этот, как он еще, этот, это говорит о том, что на 261-х есть арматура. Есть немножко бетона, есть немножко еще чего-то. Вот, а поэтому идут такие вот откаты от уровня Фибоначчи. Никто не может понять. Вот кто не пользуется уровнем Фибоначчи, не может понять, почему он здесь уперся два раза в стенку и стоит. А вы уже можете им подсказать. Вы можете им сказать: вы что, не знаете, от чего он откатывает? Ха! Он откатывает от 261, от последнего поцелуя. И все. И они скажут: да, точно. Вот. И начнут вместе с вами изучать данную стратегию. И чем больше по данной стратегии будет фанатиков, тем точнее будут наши тейк-профиты. А, верно, кат это луни. Правильно, луни, да. Поэтому здесь лунатики торгуют, здесь эти кенгурятники торгуют. Где-то у нас еще кто-то есть. Ну, здесь точно кенгурятники торгуют. Так, эти каких там? Мы хотели посмотреть пару фунт-йену и пару евро чего-то там. Евро-британец. А что такое евро-британец? Еврофунт, что ли? Давайте посмотрим. Кто такой евро-британец? Евро-фунт и пару, какую мы сказали, фунт-йену. Какие у вас экзотические пары? Фунт-йена. Доллар-йена. Фунт иена. Давайте посмотрим вот эти две пары. Я думаю, что там уже надо будет заходить по золоту в сел. А, так. Ну, глобально. О, этот кто такой? Еврофунт. Он, в принципе, молодец. Он дальше референдума ускакал, оказывается, да? Ну, еврофунт, понятно, что закрывает последний поцелуй и достигает своего тейк-профита, скорее всего. Потому что самый высокий парень был здесь. Есть от него одноцвет. Пробитие сотки и достижение 261. Все, по еврофунту уже сверху вниз забрали. Забрали тейк-профит. Смотрите как. Самый высокий парень, выход, ладно, снесение стоп-лосса, выход второй раз, стоп-лосс не трогали и 261 отдали. Да. Если смотреть еврофунт четырехчасовку, то до разворота вам еще далеко. По еврофунту разворачиваемся вот таким образом. Таким образом. Это хороший ласт-кис. Знаете почему? Потому что он ускакал дальше референдума. Вот, был референдум, и он ускакал дальше референдума, и он настоящий ласт-кис. Референдумный рейндж должен был быть здесь. А еврофунт почему-то выше ускакал и уже по часовке отдал тейк-профит, а по четырехчасовке пока что собирается. Вот. Фунт-йена. Фунт-йена. Ну, там тоже, наверное, красота. Тоже дальше референдума ускакал. Смотрите, я всегда вот так, я говорю, после нон-фарма я для себя определяю рейндж. И говорю, ходили дальше рейнджа? Да, ходили. А многие думают, что готовится последний поцелуй. На самом деле последний поцелуй здесь уже отдал тейк-профит. Видно перепоцеловку. Смотрите, как это выглядит. То есть когда-то мы наблюдали за тем движением, которое было дальше референдум. Вот это черное-черное-черное-белое. Но его мы вот здесь перепоцеловали. Видите, комплект меняется и забирается тейк-профит. Вот он, комплект поменялся. Выход. Стоп-лосс был. Стоп-лосс был, выход. Нет, здесь мы идем на 423.
Здесь мы идем на 423. Еще раз напомню, давайте в замедленном виде, как в футболе. Смотрите, нападающий бежит, черный, полузащитник отбивает. После этого нападающий опять пробирается к воротам и меняется лоу белой свечи. То есть перепоцеловка идет. Видите, перепоцеловка. Бумс. И после этого мы не перепоцеловываем никого. Комплект перетягивается сюда. Выход, стоп-лосс. Выход с пробитием 161-го стремимся на 137-802. Находимся в бае. Ни в коем случае не в селе. Помните вот эту шутку, да, когда кто скажет, что это девочка, пусть первым кинет в меня камень. Когда он Воробьянина привел, сказал, это мой мальчик. Так вот, в данном случае нету села. Нету. Его даже вот если вы хотите увидеть, его нету. Согласно нашей стратегии, натягивая, не натягивая, села нету. Хотя многие скажут, сел есть вот здесь в автоприготовлении, да? А его тоже нету уже почти. Запрыгнули выше сотого уровня, в автоприготовлении тоже нету села пока что. Не могу понять по золоту, у меня свечи на графике отличаются от ваших, на H1, H4. Значит, другой этот, как его, стандарт у вас стоит. У меня стандарт 3, у вас, скорее всего, там, не знаю, нано или... Это, или там стандарт 1, или там еще что-то. Даже на стандарт 1, по-моему, цена отличается. Золото. Вот важный момент. Либо снесет мой стоп-лосс, и я зайду, либо не снесет мой стоп-лосс и пойдет к моему тейк-профит. Это будет вообще интересно на самом деле. Ну, это будет уникально. И тогда мы скажем, сотый уровень 13-17 очень хорошо держит по золоту. В данный момент 17-514, видите, здесь написано 17-780. Закрытия нету. Села нету здесь пока что. Нет. Итак, резюме. Евро держим до 261, фунт держим до 423 в бай, и золото будет вход. Я оставлю это на экране, чтобы было удобно смотреть. Выглядит это вот таким образом. И здесь будет выглядеть тоже вот таким образом. Только здесь в увеличенном виде не получится. Только вот так. Только вот так вот. Я прощаюсь с вами на еврофунт стремится к 0,9. Давайте посмотрим, куда стремится еврофунт. К 0,9. Ну, давайте посмотрим, есть такая цена вообще у еврофунта. Ой, далеко ему до 0,9 пока что. Пока что ему до 0,9 далеко. Даже по 4-часовке. Очень далеко. По дневке. Тоже далеко ему до 0,9. Пока что ему далеко. Ну, есть перспектива. Почему пипсовочку не делать по фунту до 261? А сейчас я просто уже не успел пипсовку сделать, потому что мы же здесь в невыгодной ситуации находимся, по-моему. Сейчас я посмотрю. Да, в невыгодной ситуации. Ну, как сказать, потому что пипсовка, что это такое? Ну, я... Где это? До 261. Бумс. Нет, здесь не получится пипсовка. Кто? Иван задает вопрос. Почему? Потому что пипсовка работает от клоза, ну то есть от опена свечи до ближайшего уровня. Пипсовка была уже здесь, 9 миллипунктов. Вот. Поняли, да? То есть ну, во время очных встреч я всегда рассказываю. Вот здесь можно отпипсоваться, смотрите. Вот вышел он, да, закрыл тело. Вот на открытии этой свечи до ближайшего уровня. Вот здесь можно отпипсоваться. Опа! 20 пунктов. А здесь он уже пипсовку отдал. 9 пунктов. Я думаю, Ивану понятно. То есть от открытия свечи до ближайшего уровня Фибоначчи. Это будет уверенная пипсовка. И вот золото дает мне сел. Дает сел. Где часики? Часики. Вы где? Вот они, часики. Это получается, сколько здесь убыток составлял? Так, здесь убыток составляет 120 пунктов. Здесь убыток составляет 34 пункта, 154 пункта, а отсюда до сюда 57. Ну, тремя лотами нужно зайти. Три лота приготовил. Еще раз повторюсь, смотрите, вверх идет один лот и второй лот. Вот. Но из-за того, что у верхнего стоп-лосс длинный, а у нижнего короткий, два лота меня здесь не спасет. Поэтому ухожу тремя лотами до 261 уровня.
Опять-таки, еще раз напомню, играю не лотностью, а количеством денег в стоп-лоссе. 120 пунктов плюс 30 – это 150 пунктов. А следующий стоп-лосс у меня будет 50 пунктов. Значит, нужно тремя или даже шестью лотами. Шесть лотов. Было закрытие, нет? Клоз. 17560. Не было закрытия. Клоз. 17560. Не было входа. Все. Ну и все. Не было так, не было. Значит, в следующий раз будет. Закрытие не состоялось. Видите? Видно. Клоз оказался выше сотого уровня. По дисциплине все сидят на заборе и ничего не делают. И только вот при такой жесткой дисциплине можно сохранить свои капиталы. Все. Возможно, сейчас от сотки он развернется и пойдет к моему тейк-профиту и не заденет стоп-лосса. Как хорошо. Я думаю, с этим понятно. Про пипсовку Ивану понятно. До ближайшего уровня. Вот здесь было 9 пунктов пипсовки, положили в карман. А здесь было в карман, положим сейчас 20 пунктов до ближайшего уровня. Но на самом деле цель 261. Здесь на самом деле цель 423. И золото готовится. Все, я прощаюсь с вами. Слева шпилька может тормозить движение. Фунт иена не подтвердили мое мнение. Спасибо за фунт иена. Вы подтвердили. А, подтвердил, да, ваше мнение? Ну, хорошо. До новых встреч через 6 часов. Всем хорошего настроения. До свидания. Еще одно маленькое объявление, пока не все разбежались. У нас планируется клубный день такой срочный. Сегодня у нас 28 июня. Вот, и 30 июня у нас состоится клубный день, который называется «Славяно-Тюркский союз как ДНК Евразии». К нам в гости в Алмату приедет Павел Зарифуллин. Вот, это директор института Гумилева. То есть он совместно с Александром Разуваем и с нашими алматинскими журналистами будет охотно отвечать на вопросы, касающиеся данной темы. Будет очень интересно, поэтому я вас приглашаю 30 июня в 15:00 по МСК на клубный день. Очень интересный будет клубный день. Вы можете посмотреть Павла Зарифуллина в интернете. То есть он очень много провел уже клубных дней. Вот, и 30 июня он будет в гостях в Алмате. Вот теперь все. Ну, на дневном семинаре еще раз прорекламируем. Почему? Потому что это наш алматинский клубный день. До встречи.